Всем здравствуйте. Сегодня уже шестой день занятий. Мы начнем с диктанта по всему пройденному материалу. После этого проверим домашнее задание. Не все, правда. Мы всегда, после того, как запись заканчивается, у нас время ограничено в Zoom, всегда проверяем потом spell in the word, правописание слова по буквам. Равно как и имена, фамилии, почта, это то, что здесь чаще всего спрашивают на английском языке, чтобы их продиктовали по буквам. Поэтому мы тренируемся каждый раз, когда у вас завершается эта запись, а мы все еще продолжаем. Немножко времени всегда забираем. Напомню, что сегодня мы уже будем не только пройденный материал репетировать, так сказать, но и добавим новое в наше сочинение и, надеюсь, еще успеем немножечко нового материала пройти. Ну, по крайней мере, попробуем, потому что мы обычно пишем диктанты в конце, сегодня у нас это все в начале. Добрый день, Игорь. Добрый день. Здравствуйте. Так, пока там все остальные присоединяются. Ага, ну, хотел это я с диктанта начинать, когда у нас там народ весь подтянется. Давайте тогда сделаем по-другому. Read me your home task. What is your home task? Каким было домашнее задание? What is your home task? My home task is диктант. Dictation. Hello, everybody. Dictation. And mail. Mail. Spell the word, да, произнести по буквам. Spell the word, yes, yes. Spell the word. And? And, все, по-моему. Examples? Example, example, this is, There is. Yes, your composition, да? Ваше сочинение, четыре штучки. Four compositions to write, написать, да? To write four compositions. And to write eight examples with to have. И написать восемь примеров, write eight examples with to have. Okay, guys, before we start checking up your home task, I would like you to write a dictation. So I want you to take a sheet of paper, take a pen. Mm-hmm. Take it down. Yes. Write down сверху вот так вот написать, вернее с левой стороны, да, ваш первый столбик будет я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Второй столбик будет спряжение глагола to be, conjugate the verb to be, and the third column, третья колонка, conjugate the verb to have, распрягать глагол to have. Понятно, нет, как это будет выглядеть? Понятно. Отлично. Да, so I give you 1 minute to write this dictation. Ready? Steady, go. Мне не важно, насколько красиво будет написано, главное, чтобы правильно и быстро. Mm-hmm. Итак, я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, первый столбик. Потом to be спрягаем, потом to have спрягаем. Mm-hmm. Соответственно, те, кто нас сейчас смотрят онлайн, пожалуйста, вы проделываете аналогичную работу. Дружненько все пишем, я потом вам покажу, что у меня получилось, чтобы вы сравнили со своими вариантами, чтобы было все правильно. О, тут, оказывается, есть даже хитрая кнопочка, можно на паузу нажимать. Отлично, мы, наверное, сейчас так и сделаем. И как раз сразу перейдем к моменту, когда вы будете мне говорить ответы. Прям для меня придумали. Окей. Итак, наши студенты написали, вот результат. Так, надеюсь, что вам правильно видно. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, это вы, да? Здесь ты, здесь вы, это множественное число, вы люди. They are,
Дальше вот глагол to have, и поехали. I have, you have, he has, чтобы дважды не писать я, ты, он, она. Мы вначале его написали, да? He has, she has, it has, we have, you have, they have. Подписали перевод глагола to be, быть, есть, находиться, являться. Глагола to have, иметь. Выражение, которое мы самое первое, так сказать, выучили, да? This is в единственном, these are во множественном, это есть. И выражение, когда что-то есть где-то. There is, there are. Угу, через r. Проверили у себя все ошибки? Так, have you got any mistakes, Ольга? Нет, наверное. In English? In English, no, but быть есть, находиться, являться, я это забыла. Ага, вижу, так вы сюда написали, да? I am, you are, we are, they are, he только не так написано. Hi, через E, да? Да-да-да. Так, I have got, you have got, we have got, he тоже опять-таки, да? He has got, she has got, it has got. Вы там себе где-то пометьте, чтобы не забыть. This is, these are, there is, there are. О, верно, отлично. Игорь, how about you? How many mistakes have you got? Ну, да, конечно, ошибки у меня есть, но я старался. Это главное. Are you... Ну, почерк, извините, не очень. She, it, we, they. Отлично. Так, I am, you are. Угу. Ну, вы себе, соответственно, ошибки свои исправляете и приблизительно да, вот таким вот образом в следующий раз и будем писать тот же самый диктант, хорошо? То есть вы записываете вот так, когда мы следующий глагол выучим, он вот здесь вот у нас в следующей колонке добавится. Потом еще один будет глагол и еще одна колонка. И на этом все. У нас колонки закончатся. Окей, так, все, исправили себе и обязательно запоминаем, делаем работу над ошибками. Максимально часто это все прописываем, прорабатываем, хорошо? Да, конечно. Хорошо. Так, как же это обратно сделать? Угу. Ладно. Right now, I would like you to read me your 8 examples with the verb to have. Как происходит? Первый человек читает, второй переводит. Второй человек читает свой вариант, третий переводит его вариант. Угу. Поняли? Поочередно. Окей, so... Ну, окей, Игорь, begin. I have, I have got a car. Yes, Ольга, translate. У меня есть машина. Ага, your example, please. My? Так, а я делала немножко не так. This is a microphone, it is black. Это тоже нужно будет, это чуть-чуть позже. Сейчас с глаголом to have 8 examples. 8 примеров мы придумываем. So I have придумываем сейчас? Или... Да, ну раз вы не готовы с этим, тогда просто... Нет, а я готова. I have got equipment. An equipment тогда будет. Equipment, да. An article. Не a equipment, а an equipment. Вот так это пишется. N. N equipment. Да, потому что следующее слово начинается с гласной буквы, поэтому получилось, что нужно добавить N. Я вообще забыла артикль. А, окей. I didn't hear. Так, Инна, translate. I have got an equipment. Я имею equipment, не знаю. Оборудование. Good job. Your example. So you get. I have good brother. One or many? A brother. Good job. Correct your mistake. Mm-hmm. Игорь, translate. У меня есть брат. Yes, good work. И так по кругу. Поехали без остановочек. Подождите, Игорь, say your example number two. My friend has a tractor trailer. Big has truck. Or has got a tractor trailer? Uh-huh. My friend моего друга есть трактор-трейлер. Трактор-трейлер, да, что-то такое. Тягач, тягач. А? Это тягач. Тягач, окей, я тоже буду знать. Ольга, вы вот сейчас не услышали, как можно было бы спросить по-английски? Знаете, repeat, please. Repeat, please. Yes, good work. Next time, say in English. Ольга, your example. I have got all what I need. I уже было.
I хорошо. She has okay, she has all what she needs. What she needs. Потом будем объяснять, почему. Okay. Yes. So she has got what she needs. All what she needs. All what she needs. Yeah. Okay. It reminds me of Samson. Okay, Inna, yeah. Translate. She has got all that she needs. Она имеет everything. Все, да? Все. All, all. Да. Everything. That she needs. Что ей... Что ей надо. Да. Но у меня написано has all what she needs. Это правильно? Да. Да? What she needs or that she needs. Mm-hmm. Угу. Так, Инна, ты Игорь. Мне она, да, получается. Anyone. She was got got flowers. She has got flowers. Ага, Игорь. Она имеет цветы. Good, your example. You have got books. Mm-hmm. Mm-hmm. Translate, Ольга. You have got books. You have got books. So, у него, у тебя есть книга. Books. У тебя есть книга. Books, книги. Ага, good work, Ольга. They have got pills. Okay. Они имеют... Pills. Что, Игорь? Кита. Нет. Pills, а я pills. Нет, pills. Таблетки, я только хотел таблетки. По части Игоря. Окей, Игорь. Да. Или подождите, Инна. Я. They have got money. Так, датам артикля any будет. Знаете почему? Можете объяснить? Потому что деньги, они всегда как во множественном. Ну, их нельзя, я не знаю, их нельзя пересчитать. Мы не можем сказать одна деньга, две деньги, три деньги, потому там артикля не будет. Okay. So I have got, или кто там, you have got money, да? Uh-huh. Игорь? Students have got pencils. I didn't pencils. Hear the beginning. Repeat, please. Students have good pencils. Good. У студентов есть карандаши. Good job, Ольга. He has got driving tools. Okay. Инна, translate. Очень сложные для меня слова. Идем, поможем. They или кто, или he has got? He. They. He has got. Mm-hmm. He. Он имеет. Mm-hmm. Отвертку. Driving tools, ну, может быть, и отвертка. Не-не-не, это немножко не так. Может, я сказала drawing, рисовать. Drawing tools, извини. Да, maybe drawing. А я думаю, ничего себе, интересные приспособления для вождения. Окей, drawing, drawing tools. Да, приспособление для рисования. Окей, good job. Инна, to Игорь. Так, he was good. Quests. Guests, наверное, гостей. Еще раз, repeat, please. Yes, yes. He was got quests. Почему was? Yes. Откуда? Имеет. Он, господи, has. Sorry, я путаю. Ага, sorry. He has got quests. Так, или guests? Определяемся. One or many? Много. Тогда? Many. Guests. Там артикля не будет, да? Нету. Все, so, he has got guests. Uh-huh. Uh-huh. Translate, Игорь. Мы имеем гостей. He, по-моему, говорили, да? He has got guests. He? Uh-huh. He. Он имеет гостей, да? Он имеет гостей. Отлично. Now I would like you to read your four compositions. Composition number one, Ольга.
compositions, okay. It is a microphone, it is black, there is a ventilator. Стоп, не торопимся. This is a microphone, it is black, there is a ventilator near the microphone. Okay. И дальше. So I have got an equipment. Equipment. Yeah? An equipment. Mm-hmm. Equipment. Так, okay, good work. Thank you. Инна. Мне надо просто свой пример или переводить? А давайте, наверное, ну, сложно будет, возможно, запомнить. Ольга, translate, так, для того, чтобы все наши зрители слышали тоже. Перевод. Я translate. Да. Хорошо. Переведите свое собственное. А, мое? Да. Это микрофон, он черный, это вентилятор возле микрофона. Итак, у меня есть оборудование. Да, I have got an equipment. Okay, thank you very much. Инна, now your example in English, then in Russian translation. This HailCom. Не слышу, четче. This is a HailCom. Okay. It is soft. There is hail spray near the hail comb. Super. Итак. So I have got styling kit. Kit. Okay. Yes. Nice. Okay. It will work. Thank you. Translate. У меня есть расческа. Не. Сначала это. Это расческа для волос. Она мягкая, там спрей, ну, для волос, возле расчески. Да, там возле есть расчески. Спрей для волос возле расчески, или просто существует, находится, да, есть спрей для волос возле расчески. Итак, so. Итак, я имею набор для стайлинга, для укладки. Wonderful, I like your example. Игорь? There are many different machines. There are cars, there are street cleaners, there are tow trucks and lunch truck. So we have got many special machines. Special machine, probably, да, механизмов получится. Special machines, да, special machines. Mobiles also you can say. Так, а где же у вас схема? Это есть... Она дополнительное качество такая-то, а потом уже the резера. Вы эту часть всю пропустили. This is автопарк, давайте так. This is cars. Да, это машины. Yeah, this is cars. There are many different machines. Игорь, подождите еще раз. In plural, это машины. These are cars. Так, они большие. It is big. Они машины. They are big. Yeah, are good big. Job. А вот теперь уже можно сказать, что там есть, да? There are. Такие-то трактор. Many different machines. Да. Итак, у меня есть там какой-то автопарк, да? Окей, good work. Постарайтесь там сейчас исправить, если у вас вот этой нет части, допишите ее, хорошо? Прямо сейчас, пока остальные выступают. Ольга, 1, 2, 2. This is a comb, it is a yellow. Без это, да, yellow, нет кто что. It is yellow, there are oil near the comb. Oil, это же множественное, да. Oil масло? Же, да, оно же неисчисляемое. Оно неисчисляемое, но там другая схема немножко. Да? Если на конце окончания S нет, то единственное. А, окей. То есть это было можно просто... поставить S? Oil. Или there are two bottle oil near two bottles, да, две бутылки. Two bottles oil. Of oil будет. Two bottles of oil near the comb. О. So, да.
near the comp. So she has got hair products. Yes, good work. Thank you. Nice, nice. Okay, Ina, your turn. 1 to 2. Your microphone, yeah. Да, sorry. Я уже так постаралась. There are dish spoons. Стоп, 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 что-то точно не то. Мы не с этого начинаем, а с презентации. Это раз. И второе, у вас что, пример? Sure. 1 к 2 или 2 к 1? Вы сейчас не... 2 к 1. 2 к 1. А 1 к 2 есть? Есть. Прочитайте тогда сначала его, хорошо? Раз уж мы идем. Yes. This is... сейчас. Я просто один пример на два, если перевернуть. Угу. Detergent, есть такое? Detergent, yes. This is detergent. Uh-huh. Detergents. Единственное, this is little... a bottle of detergent. Ah, okay. This is bottle. Uh-huh. Это бутылка, нормально? Да, да, можно добавить она с детергентом этим. Uh-huh. Ah. Так, еще раз. This is a bottle, пусть будет. Она там какая химикатная. Yes, yes. Она in English. She is... What? Не she. She могут быть... It is detergents. With detergents, с детергентом. With так. Detergents. Теперь множественное там есть, да? There are bottles, да? With detergents. Или не надо указывать все. Ну, что-то другое мы в разговор вводим, помимо вот этих вот, помимо этой бутылочки. Что там вы вводите? Bottles near... dish spoons. Spoon. Near the spoons. There are... так что там есть, я не поняла. Бутылка возле мочалки. Наоборот, если вы впервые в разговор вводите, тогда уже там есть мочалки возле этого моющего средства. Ага, окей. Mm-hmm. There are dish spoons. Sponges. Sponges. Sponges? Да. SpongeBob, да? SpongeBob. Yes, точно. Near bottles. Bottles. Near the bottle. Возле одной бутылочки, да. Она у нас там в единственном числе. Так, итак. So, I have... для мой... Oh, my God. So, I have... все. Everything. Oh, everything. For washing dishes. For washing. For, для, да, for washing dishes, для мытья посуды. Washing dishes. Yes. Так, кстати, забыла, у Ольги было, и я забыла сказать. Есть слово all, есть слово everything. All вы всегда добавляете. All что? All people, all dogs, all trees. Если вы используете слово everything, оно самостоятельное. Everything – просто все. Uh-huh. All – это не существительное, а everything – существительное. Поэтому, Оль, когда у вас там all было, я не помню, какой у вас там был пример, я просто хотела об этом сказать и забыла. Если all, тогда all people, all dogs, all tables, all bottles, all... All what she needs. All what she needs. Everything that she needs. Окей. All что-то должно было быть какое-то существительное, его там вообще нет. All – это не самостоятельная единица, ей надо к чему-то прилепляться. Так, Игорь, you're welcome. Your example. Алис аж болит выдержать. Надо подставку теперь купить. А тут уже все в подставках, света со всех сторон. Да. Окей, so, Игорь, you're welcome. This is a tow truck. It is tow the car. So the parking plot. It is что? Это эвакуатор.
он эвакуирует машины на паркинг. It is, давайте тогда так скажем. This is an evacuator. It is не, car нет. evacuator. Он по машинам да, специализируется. И потом уже что у вас там, Зерис или Зера? Ну да, this is a evacuator. There are those cars to the parking lot. Так, когда мы в разговор there is there вводим, мы по отношению к тому, о чем говорили до этого. То есть, если вы говорите, что это, господи, забыла, как он там, эвакуатор, он да. машинный эвакуатор, и там mm-hmm. есть еще какие-то другие эвакуаторы или какие-то другие машины рядом с ним, с вот этим вот car evacuator. Не, я о другом говорю, что этот эвакуатор, он эвакуирует машины на парке. Да, ну хорошо, давайте я проверю, правильно ли вы то предложение написали, а потом сделаем вот так вот. Repeat again. Mm-hmm. This is a evacuator. Uh-huh. Evacuator. Uh-huh. There are cars. There are cars. 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 The evacuator is those. Без cars. И тогда будет. Я не знаю, что такое tow, что типа... Tow – это буксировать. Ага. Тогда evacuator tows, tows будет с окончанием S, исправьте себя, mm-hmm. не знаю, как оно пишется. So, evacuator tows, sorry. The evacuator tows the car to the car lot. The parking lot. Mm-hmm. To the parking lot. To, куда? Туда, да? To the parking lot. Да, mm-hmm. вот тогда правильно будет. Все. Но мне все равно нужно, чтобы вы вот это вот сейчас сказали. Итак, this is evacuator, it is car evacuator. Там есть еще что-то. Что mm-hmm. мы скажем, что там есть? Давайте скажем, что есть парковка возле car evacuator. Mm-hmm. Mm-hmm. There is a parking lot возле, рядом. There are evacuators. These are evacuators. Еще раз. There. The, there is a parking lot near, возле, рядом. Near. Near the evacuator. Угу. Так, сейчас, секундочку, а то у меня супруг волнуется, я ему быстро отпишусь. Да, где я пропал? У них уже вечер. Да, да, у нас всегда время созвона, я его пропустила, потому что надо было подготовиться к вам. Mm-hmm. Так, хорошо. Ольга. Да. Two to one. Two to one, да. There are five. Read correctly, there is letter S. Да, сейчас. These are five vitamins. They are white. Вот здесь у меня вопрос, но, возможно, ошибка, но there is a omega-3. Omega-3, I think, yes. Mm-hmm. Yeah? Это может быть оно, одно, да, omega-3. Наверное. Yeah? Сложно сказать. Near the pills. Near the pills, so they have got pills. There is a five white. These are five vitamins. There are white. There is a omega 3 near the vitamins, so they have got pills. Там, наверное, оно по-другому бы немножко было. Ну, давайте так оставим, да? Чтобы не усложнять задачу. Ну вот да. Ну, еще можно спросить, да. Я хотела, если мы перечисляем единично, у нас идет this are или пример скажите, что вы имеете в виду. Ну, например, это помада, расческа и мобильный телефон.
например, there are lipsticks. Если мы используем вот это выражение, это да. есть. Тогда да. если их там по одному перечисляется, но их много, будет these да. are. These are, да, да. Okay. А вот тут вот, что первым станет? Если первое в единственном числе, тогда there is в этом перечислении. Если первым стоит во множественном числе, тогда будет there are. Mm-hmm. Ну, например, это стол, стул и так далее, да? Тогда будет these are a table and a chair. Mm-hmm. Okay. А вот тут there is a table near the two chairs. Mm-hmm. Или and two chairs. Давайте так. There is a table and two chairs. Mm-hmm. There are two chairs and a table. Поняли? Okay. Тут это не влияет, так как их считают вместе. А вот здесь, к сожалению, надо смотреть, какое слово первое идет. Mm-hmm. Не знаю, для чего они так сделали, уже не путали людей. Mm-hmm. Но так произошло. Так, окей, thank you very much. Спасибо. Да. Инна, я отжала запись или не отжала, кто помнит? Ага, есть. Тот мой пример только на 2 к 1. 2 to 1, yes. Mm-hmm. There are, не, these are dish spoons. Uh-huh. They new. They are new. Are new. Mm-hmm. Пропустила. There is a bottle detergent. Uh-huh. With yes. detergent. Давайте, a bottle with detergent. With. С, mm-hmm. да, с моющим средством. Mm-hmm. Near spoons. Sponge. The. Sponge. Да, да, мы их spoons все время ложками называем, а не sponges. Near the sponges. Mm-hmm. Near the sponges. Так, so? So, I have everything for washing... The dishes, посуду, чтобы мы посуду. Washing the dishes. Mm-hmm. Thank mm-hmm. you. Игорь, что у вас? 2 к 1 или 2 к 2? Как у вас там дальше идет? Ну, наверное, 2 к 2. Okay, you're welcome. These are two dump trucks. Okay, I cannot check your pronunciation. I hope it is right. Can continue? Это классно. Мы зато будем знать, как эти машины все называются. So, да. Не знаю, пригодится ли, конечно. Who knows? Надеюсь, нет. Dump trucks может пригодиться. Это мусорка, мусоровоз. А как еще раз? Как вы сказали, мусоровоз? Dump trucks. Dump trucks. Это два мусоровоза. Okay. So, these are dump trucks. Угу, они. Угу. These are two dump trucks. Ну, или да, или просто they can take off the trash. They can take off. Ага, the trash. Yes, mm-hmm. они могут забирать. Так, ну, у mm-hmm. нас, правда... Ну, хорошо, давайте вашу версию. Так, угу, continue. So we have got... trash bag. Я ввожу к ним мусор, как это сказать. Trash basket. And I throw the garbage. Throw the garbage. Throw the garbage. Так, окей, ну хорошо. Вы, правда, пропустили вот эти... Мы с вами тогда отдельно их проработаем. Спасибо. Так, окей. Ольга. Two, да? Угу. У нас через 2 минуты кончится запись, если что. These are two sharpeners. Mm-hmm. They are black. Mm-hmm. There are pencils near the sharpeners. Mm-hmm. So he has got drawing tools. Drawing tools. Oh, видите, okay. всего лишь одна... Буковка, да, и совсем другое да. слово в английском языке. Driving, это... Отлично. Инна, you're welcome. Plural to plural. Two to two. There are two cups.
They are big. They, ой, теперь будет there are. Кофе. О, май гад. Ну, кофе, оно будет просто кофе, Кофе, там S на конце нет, значит, единственное число. There is кофе было бы. Давайте скажем, there are two cups of coffee. Oh, yeah. Two cups of coffee. Yeah. And, а, нет, надо сказать возле. Near, ну, да. Near cups, cups. Cups. Вначале чашки. Были чашки? Вначале yes. Были... Окей, я запуталась. Хорошо. So, we have you, мы можем пить кофе, я хотела сказать, но мы не имеем. Давайте посуду. Kitchen utilities. We have kitchen utilities. Окей. Okay. Kitchen utilities. Ничего страшного. Utilities. Да, kitchen dishes, пусть будет кухонные блюда. Так, окей, okay, good. Все вроде бы, да, у нас получилось. Для вас, давайте, Игорь, сделаем по-своему как-нибудь. Все закончится. Да, я знаю. Для всех остальных домашним заданием тогда будет, для тех, кто... С нами сейчас запись закончится, поэтому домашним заданием еще раз написать 4 composition, вот таких вот, то есть 1 к 1, 1 к 2, 2 к 1 и 2 к 2, полных вот таких вот 4 сочинения, где каждая строчка имеет одно из вот этих вот выражений. Так, ну а мы с вами тогда продолжаем небольшую тренировку и разбирать, наверное, следующую тему, если успеем. So I'll call you back.